Ребята, всем привет! С вами Алексей. Вы на канале 53 регион. Сегодня у нас вот на распаковке такая вот коробочка. Опять у нас пин-пойнтер. На этот раз GP-пойнтер S оранжевого цвета. Не знаю, насколько будет отличаться. Сейчас посмотрим. Итак, в комплекте у нас инструкция. Инструкция уже не такая, как там, но тоже на английском языке. Чехол с логотипом выполнен точно так же. И сам пин-пойнтер выполнен тоже в стиле всем известной морковки. Но вот кольцо крепления тренчика маленько другое. И вот на названии добавлена буква S. Также имеется светодиод, кнопка включения-выключения, динамик. Здесь у нас вот такие вот обозначение, серийный номер, напряжение 9 вольт нужно, длина 270 миллиметров. И также у нас в комплекте еще идет тренчик. Также этот пин-пойнтер работает в статическом режиме. Давайте открутим крышку, посмотрим. А вот у этого есть колечко резиновое. Степень защиты IP66. Внутри у нас точно так же побольше и поменьше отверстия. Соответственно, крону вставляем где больше, туда больше, где меньше, туда меньше. Вставляем крону и закручиваем. Металлоискатель, пин-пойнтер включился. Мотор здесь вибрационный, мощно. Также нет никаких режимов переключения. Включил и можно использовать. Сейчас по линейке замеряем, насколько сантиметров берет. Замерять будем вот екатерининский пятак, советская двушка и перстенек. Так, первый тест — кончик. Около сантиметра торцом, 2 сантиметра боком, даже 2,5. Так, теперь советская двушка. Где-то 14 миллиметров. Екатерининский пятак. Где-то 16 миллиметров. Давайте теперь попробуем сбоку. Екатерининский пятак.
2 сантиметра где-то персти. Где-то сантиметр перстень боком, 2 сантиметра двушка советов, два с лишним сантиметра, что-то пятак слабо бьет. Ну тоже 2 с лишним сантиметра. В общем, вот такие вот показатели. Кого заинтересовало, ссылочку также оставлю в описании. Цену увидите на экране. С вами был Алексей. Увидимся в следующих роликах.